Сейчас я вам покажу эволюцию техники для сена за все 6 лет. Погнали. И, собственно, первое орудие труда – это, естественно, грабли, видите, одно даже сломано, и вилы. Мы точно так же первый год, да, заготавливали все вручную и топтали ногами. И в следующий год нам повезло, и, о боже, нам продали за 2000 конские грабли. Эта штуковина – это не орудие пыток, железный трон, а это конские грабли, которые, по сути, должны крепиться на лошадь. На следующий год мы скопили 35 тысяч, по-моему, рублей и купили грабельки. Все косили нам все эти года соседские фермеры за какую-то сумму денег, и они приезжали и скашивали нам поля. И в 2017 году мы взяли грант и купили роторную косилку, рулонный пресс-подборщик, грабли и прицеп.